мне недавно позвонил менеджер из Тинькофф и сказал: «Михаил, возвращайтесь на Тинькофф премиум». Я говорю: зачем мне ваш Тинькофф премиум, если ваши карточки не работают, бизнес-дела не работают?» Он такой: «Мы вам подключим его бесплатно, и два бизнес-зала в месяц бесплатно». Я говорю: «Ну ладно, давайте попробуем». Подключили мне Тинькофф премиум, я установил себе приложение Every Lounge, купил там два прохода в бизнес-зал в Валенсии по 2500. Тинькофф говорит, что деньги мне вернутся, как обычно, в течение недели. Оплатил эти проходы в приложение через Тинькофф Pay российскими карточками Тинькофф. И вот я здесь. Посмотрим, что у нас тут есть. Empanadas, разные штуковины, супчик. Там были салаты. Из алкоголя вот что есть. Есть винишко разное испанское. В общем, неплохой бизнес-зал. В холодильнике есть разное пиво. Тапосы тоже неплохие. Тут все есть. Вода, пиво, вино. А воды в бутылках нет. Ну ладно, у нас есть свои. Первый этаж был забит. На втором этаже, как видите, вполне свободно. Можно посмотреть на самолетики. Взяли мы с Леной разные тапосы, супчик. Лена еще набрала разные тапосы и пивасик. Поесть по мелочи можно, но не объесться. В общем, этот лаунж, наверное, на троечку. До московских ему еще далеко. Еда есть немного, места мало. Вот это самый большой минус. Отчитываясь по поводу оплаты, пока мы сидели, Тинькофф уже вернул 5000 рублей, оплаченные за два прохода. Так что тема рабочая, если что.